Лучшие школьники края получили свои первые паспорта из рук губернатора Виктора Толоконского и главы краевой полиции генерал-майора Александра Речицкого. Торжественная церемония состоялась в Большом зале регионального правительства. Такое право ребята действительно заслужили. В свои 14 лет они уже достигли высоких результатов в учебе и общественной жизни, стали победителями конкурсов, фестивалей и олимпиад различного уровня спортивных соревнований. А некоторые даже спасли человеческие жизни. Глава региона поздравил молодых людей, их родителей, педагогов. С Днем России отметил, что участие в этом событии школьников со всего региона говорит о силе, мощи и большом человеческом потенциале Красноярского края. Мы вами гордимся, мы рассчитываем на то, что вы продолжите развитие нашего края, что вы будете теми, кто сможет укреплять, развивать, продолжать самые лучшие, самые славные традиции ваших отцов, дедов, прадедов, людей старшего поколения, что вы воспитаны в духе патриотизма, что вы гордитесь своей страной и любите свой родной край. И сегодня же в этом зале заслуженные награды, звания, почетные грамоты вручили тем, кто много лет работает на благо края в целом и каждого человека в отдельности. 44 человека из разных городов и районов нашего большого региона получили государственные знаки отличия за вклад в развитие науки, образования, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности, а также почетные грамоты президента России и губернатора края. Виктор Толоконский отметил, что пример, который подают эти люди своим близким, коллегам и молодежи, очень важен для развития региона. Своим трудом и отношением к жизни они укрепляют мощь нашей страны. Я бы уже сказала, что это большая любовь к своей профессии, к людям, которым ты помогаешь. В 17 лет я пришла в эту больницу, то есть эти 30 лет прошли не зря. Оценили мой труд и коллеги мои, и главный врач мой, и президент нашей страны.